Добрый-добрый времени суток, мои дорогие. Чё, вот никак не сбрею. Я не подстриглась, я с девчонки под... Ну, я сама челку себе только подстригла. Для меня челка главное. Кто там спрашивает? Ну, сейчас я еще побрызгу лаком, и вообще будет отпад. Но вот это вот жду Аню или подружку, на подружке надо написать, чтобы мне вот это вот состригли. Вот это, вот это, вот это. Ну, в парикмахерскую пока еще рано идти. Доброе время суток, салат. Ребят, у меня такой скромненький завтрак. Я не знаю, ну, может, он выйдет и вечером, этот завтрак. Мои переварившиеся сосиски с сыром. Вот тут лаваш мой. Вот подсела я на лаваш. Нравится мне, да. Сосиски. И творожный сырок с ванилином. Прям как завтрак, как в ресторане. Практически не хватает каши, но не хочу. Нос чешется. Кофе я пила. Прям я встаю с утра сразу. Вот мне самое первое. Я наливаю кофе. Еще ничего не делаю. Надо воду пить, а я кофе. И пью без вас, потому что я сама на себя не могу смотреть в зеркало. Ну, сосиски маленькие, тоненькие. Скорый день медработника. Почавкаем. Давно. Замечаю с собой, что я очень редко стал чавкать. Такую возможность нельзя упускать. Ну, а насчет чая? Кто-то любитель? Ну, я пью, конечно, чай, но я пью его очень редко. Один раз в день. Это не всегда. Сосиски прошли незаметно. Это все никак на рынок не дает с Викторией. Сегодня завтра поздно заканчиваю, а в пятницу. Даже не знаю как. Если мы. Ну я же. Если перед работой, допустим, заехать, быстренько пробежаться, то я. Ну, куда я его положу? Хочется. Сразу домой, чтобы она была хотя бы в нормальном виде. А после работы уж, наверное, поздно. Я хочу заморозить. Меня же там солярий ждет. Да. Творожок оказался не сладкий какой-то. Вот. Я наварила сгущенку. Полила ложечку. Ну, ждаем. Эх, молока надо. Не хватает. А мне его нет. Я вчера так и не заказала. Мне ничего не надо было. Надо было только молоко. Ладно. Неприятности это мы переживем. Так очень вкусно.
Я уже говорила, что разгребла шифонер. Представляете, столько вещей, которые я покупала давно-давно. Опять же, я постоянно что-то выгребаю, и постоянно, ну, то жалко выкинуть, то ничего не то. Прям куплю опять черные мешки. Какие-то юбки, которые я, в принципе, уже не ношу года 2-3. Все старые футболки надо. Я выкидываю постоянно, у меня столько барахла, что я вообще не ношу. Я там платьев столько висит. В общем, буду прям не глядя. Опять же, каждый год я что-нибудь выкидываю. Ну, практически, даже два раза в год. А что сейчас футболку купишь новую? Таскать-то. Они недорогие. Не надо жалеть. И на дачу тоже захламлять. Тоже что-нибудь выкинем, опять привезем. В общем, только захламление идет. В общем, вот у меня такие на сегодня планы. Не знаю, успею, не успею за Викторией. Может, не успею, может, успею. А ничего не успела. В общем, всех обняла. Пока-пока, чмоки-чмоки.